Вот мы после двухмесячного репортажа Польскоммунальной по всем недостаткам, понимаете, просьбам учесть замечания и их устранить. Практически ничего не изменилось. Вопросы, которые приняли, но ничего не делается. И нет надежды, что он будет когда сделан. После репортажа посыпались звонки от жителей вот напротив улицы Таврической, какой там еще, что переход вот здесь вот, который находится, где Маша Еременко, через дорогу, очень опасный. А почему? Потому что вот я стою на переходе, вот уже стерта разметка, супер прочная в кавычках, да? Вот, но выступаю сейчас забора буквально 10 метров и ничего не видно. Человек, понимаете, встал сюда, машины с такой скоростью несутся оттуда, что вообще невозможно. Вот только перед нами какой-то у нас лихач, понимаете, москвичам далеко до него. У них сейчас самый лучший участок на этой улице. Ухоженный двор. Так развернулся, так он скрипел, что он все черные остались полосы со скоростью сумасшедшей. Понимаете? И никогда ни полиции, никого здесь нет, никто их не останавливает, не наказывает, не тренирует их. Как необходимо ездить. Поэтому просьба, срочнейшая просьба. Соберитесь вы, ради бога, ОКС, профильный зам главы администрации, пришли проектанта сюда, изучите ситуацию, где четко ясно, 150 метров должна дорога просматриваться, а тут, видите, и 20 метров нет. А там, видишь, а вы мне пишете, что установлены дорожные знаки, все хорошо, все прекрасно. Хотел бы я видеть ваше лицо вот, и вашу отписку, когда травма произойдет, и кто-то погибнет, получит травму и будет горе. Вот тогда я помогу. У вас привлечь к ответственности за ваше непонимание.